Ну а, что, собрались? Знаю, вот я ж, соответственно, все же ГБ продаю нахер в ГБ. Че, гол? Зашли внутрь. И пульти мобов пока себе не зайду. Да ты зайдешь, он активируется. Сейчас жара будет. Пока не ударишь, до тех пор не активируется. Вот теперь активируем. Давайте ногами топтать таракана. Давай. Прыгай на них. Смотрели люди в черном первую часть? Как это, таракан? Это был твой папа? Да. Это мама? Бля, вы капец еще помните такое, бля, я уж не помню. Люди в черном. Все старые. Тут надо будет стопать ДПС, если на переходке нас и будет стопать. Потому что если три слизня выйдет, нам жопа. Ну да. Угу. Та чё ты? Нормально. Почему ну, попробуй. Если на РДшнике падает чума, забегаете в милизону, чтобы она перекинулась на эти, на РДшника. Еще раз, что ты сказал? Она перекинулась, блять, когда в зону. Не, еще раз. На кого кинется чума? Если на РДшников, либо хилов. И что, и да и похуй на них. А не похуй? А вдруг нахуй какой-то мультик будет стоять нахуй не возле всех РДшников и сам, блядь. ГП мы ебанем сотку нахуй. А я сейчас и тут рыгать буду, блядь, стоять. Сейчас посмотрим, как будет пробивать. Можем так-то, можем, если чё, сопрот здесь выпить. А тут нахуй не нужен сопрот. Лучше ДПС, на слизи нужен ДПС. Чё, я в купле? Я не знаю, что это делать, но похуй, разберемся. Ты в купле. Тут отличие только два слизня выходит на переход. Одновременно, ну и все. Да. А тут в 25-ке есть еще дебафы. Тут, по идее, в 10-ке не должно быть дебафов, какого слизня кто бьет. Мастер, дай ассиста. Да, не мастер. Быть. Мастер ассиста кинь. И быстренько метку кину куда надо. Че, в 10-ке нету такого, да? Нету. Смотрите. Бьете любого слизня. Шарешь? Сразу все красного бьем. Потом желтую метку. Вот. Перед двумя слизнями все на ком будет зеленым дебаф, он же здесь вешается. Нет, только 25. Нет, не вешается дебафом. Вешается. Ну значит, посмотрим, в чем проблема-то. Значит, чуть дальше. Я был сегодня 10 хэми в циркуле, там не было. Значит, но ты не сравнивай циркуль и сирус, ёпта. На сирусе давай возможно все, блять. Побить, пацаны. Перед зеленым и красным, а когда они два появляются, когда два слизня появляются. Мы красным и переключаемся в зеленого. Да. Не забывайте также сбегаться к цели. Давай. Зеленого. Все. Чему передаем в милизону? Ты скажи, под колбой играем под зеленый или, блядь, по столу? Под колбой зеленый. Сначала мы бурстим под стулом. Столом, блядь. Начинает появляться за 5 секунд до появления зеленого, Алиса подводящего под зеленого. РДшники все так же, как на обычке, блядь, стоите в одной точке. Милики так, чтобы вас откидывало в РД-зону. Когда вас откидывает, сразу не бежим к зеленым, а сбегаемся все в одну точку желательно. Пельмени также не ловим, потому что тут, возможно, даже шотит, но это вряд ли. Арчи, на пол. Меня слышно? Да. Вы шарите, что кость глут анрол, да? Все, чат пошел. Ай, блядь, не то одел. Что за кость там такая? Хотя какой-то питомца поэт, берите, да. Нет, этот питомец с этого, с королевы, этот маунт, бронированный кровокрыл. Ага, наивный. Они сразу, Алиса. Лучше кинется, поведешь, повела. Мосса, ход и чушку. Меня залагало. Ему надо будет... Что ты залагал? Что зеленый будет? Не забывай, либо что надо будет отлагало. Замедлить двоих. Желательно. 84%. Стоп. Просто стоп. Все в зеленого. Тут 500 хах и платный. Я так и знал. А чего вы лучше-то стоите, алё? Ложимся? Падайте, да. Падай. Диспел чуму. На ком слизень был? Я ван отдал. На ком слизень? Слизень на горском. Мосса, почему стоял в луже? Из лужи выходить надо, они больно тикают.
Иван, киньте, блядь, успели успеть. Прибыл уже, будет 12. Видите, 2 выходит слизня, дебафа нету, все нормально. Да потому что вас мало просто. Да не. Да нет, нормально. Так. Лимон, ты знаешь, что тебе на переходке надо бы 100 раги, потому а что... А они слизи не пропадают? Снимает шейп диван и убирает тотем, издыхай. Мастер, у меня было 90, когда я из зеленого плевал. Да, ладно, ждите, пока перифаза пройдет. В мульте все летит. Блядь. Че, он начало инста полетел, да? Нет. А, мне показалось, туда полетел. Давай резать, теленок. Мосса, ты чё? Алиса, начинаешь вести босса только ну, тогда, когда кинул. Переволновался, чё ты? А так стоишь на месте, чтобы больше дамага внести. Просто упала зеленая хуйня. Все выбежали, Гурский стоит один. Он по-любому сдох. Так милишники-то бегут за зеленым, успокойся. Хилы выбегают. Хилы вообще, блядь, в самом конце сбегаются. Да через БРБ подняли меня, Алекс. Хилы не должны сбегаться в зеленого, тем более, да. Когда он в луже, блядь. Хилики-то по-любому пожирнее будут, меньше урона получит. Ты тем более у нас один друид с БРом в рейде, и лока нету. И друида второго нет у тебя резать. Ты падаешь, это вайп. Тебе умирать вообще нельзя. Да чё убьём, не очкуйте нахуй. Не, если бы Фалинраш нахуй ты мне сейчас выслал на почту, я, блядь, соло бы слизня расхуярил. Может, еще тебя этот, блядь, хранитель надо, да? Да нахуй не надо, фалика хватит. Леру, блядь, петом куски отгрызать от него. Че у тебя по раге было? Говори, что было зеленое. Он вторую лужу кинул? Две вторые лужи. Да, кинул, поэтому и умер, все. Если в луже взяли. Ну вот если Речь. Так будет, то с цели лужу сразу пить надо. Че мы? Гол? Нет? Да? Так че, давай. Потому что есть ордру, поэтому и тут... Подожди. Дай дудку, Алис. Смотрите, когда вторая фаза начинается, держитесь ближе к звезде, но к стенку не прижимайтесь, там лужи, неудобно пить. Так наберется максимальная дистанция и от зеленого, и от красного будет. Два слизня вылились, побежали к столу. Так, где что-то? Ведёшь, когда лужи кинутся только. Поняла? Все, повела. О, чума пошла, нихуя. Зеленый будет. Стоп, по профу. По профу стоп. Алиса, отведи профа. Немножко дальше. Зеленого. А нахуя ты его замедлил? Потому что профа стоп. Профа переводим быстрее. Ну и че ты рабу? Отошли все к звезде. К звезде все отошли назад. Давай, двух заметняй. Красным дотаем уже, бьем. Ой, блядь, на мне красный. Красного быстрее, блядь, убивайте. Чего все по разных играете, нахуй? Я не понял, блядь. Диспальте куклу. Куклу диспелитина. Я охуею просто. Почему слизни по половине хп, блять? Вы должны были все взлиться в красного. Все играют по зеленому, потому что... Почему зеленому? Так, я вообще не понял, зачем красного играть до сих пор, блять?
Мастер, я первый раз зеленого, блядь, потому что зеленого цель он фризит, надо сбегаться к нему. Поэтому играют зеленого в первую очередь. Понимаешь, у нас зеленый будет бросать в итоге, если мы не сбегаемся, он ваншотает по одному. А в итоге я еще раз спрашиваю, есть на кукле, чтобы замедлить еще раз красного, блядь? Можно дать в центре сделать его. В центре сколько можно сделать ретарг и дать боб. Дамага хватит. Ну давайте зеленого сыграем, посмотрим, блядь, что у вас получится. А чё мы этот отбегаем от зеленого милишника? Ну я тоже не знаю, сразу, блядь, ебашить нахуй по нему, как обычно, и всё. Сразу, блядь, по зеленому играем и всё нахуй, только, блядь, не лицом красному нахуй держаться, ёпту. А лицом, блядь, точнее этот... Спиной к столу. Да, спиной к столу, чтобы если откинуло, то откидывало к столу. Проблемы нету. Не знаю, как хотите, давайте по вашей так. Просто смотри, но суть в том, то, что у нас мили-пати. РДДшники бы хуй с ним посбегались бы, блядь, в зеленую. А милишники будут бегать за красным. Прикол-то в том, то, что сбегаться в цель никто не будет, ёпта. Смотри, какая хрень еще может произойти. Милики могут, когда начать бить зеленого, сразу с фазы, им обязательно нужно стоять так, чтобы отлететь к столу. Об этом потому уже что... сказали. Да. Или отлететь к столу, или отлететь, блядь, вот как смотрите на профа, чтобы в правую сторону отлетали. Не в красном экране, короче. Да красный, блядь, да. Выбрал цель, блядь, и это одно тело от зеленого отойти не может, да? Или что? Не, почему? Я не знаю, как на и других... А также этот, как его, в чем проблема? Бьет пока, подойдет нахуй. Если луснет, так луснет, блядь, его от красного. А не, блядь, в этот красный. Вот а и пока все. Он красный нахуй начнет кастовать, уже, блядь, сольется зеленый нахуй. Ну да, мы должны почти его слить. Не, не зергаться должны. Давай, короче, ассист. А на второй переходке мы вообще зеркнем. Слушай, давай ассист, я проэрелю. Да я сам проэрелю, блядь. Мне какая разница. Уверен? Да. Давай, если еще трай тогда. А что, у вас красного бьют в десятка? Да, красного. Тут какая разница, какого, блядь, бить? Главное забить раньше. Большая, герь большая. Зеленого бить нужно большая, всегда. Большая, если, что... блядь, у нас ДПС не хватает, и красного не будет, чем еще раз замедлить. Вот это проблема. А так-то... Ну, если, допустим, красный кинулся на хила, то можно красного зергануть. С нашим ДПСом можно его зергануть, а потом бить зеленого и убить. И не упасть. А главное стали... убить его раньше. Давайте поможем бить... попробовать хоть сейчас, блядь, нахуй, давайте в красного опять попробуем. Ну, смысл... Ну, если так... Лучше смысл в том, разницы нету в кого играть, если вы, блядь, убиваете одного слизня, блядь, а по двух разных играете. Я, блядь, бил красного, блядь, смотрю, все зеленого бьют, начал бить я зеленого, тоже бил блядь, красного. А они все в красного переключились, ебать, я мы, блядь, охуяли. Переключались. Тупо. Я зеленого бил, потому что на мне красный был, блядь. Зеленый сливается в приоритете, потому что он yes. заставляет бегать снимай. Одну цель, а зеленый... Зеленый заставляет бегать весь рейд, а красный заставляет бегать одну цель. Окей, сыграем зеленого, нету разницы. Сейчас, блядь, чтобы опять не было, что, блядь, один по красному, один, блядь, по зеленому. По какому? По синему давайте играть. Давай. Звезде, блядь. Короче, на переходке все стрим не в звезде, блядь, РДДшники, а все стрим в центре. Давайте по желтому обычно светофорика. Или мы приготовимся и постоим. Все, резайте людей, бафайте, жрите рыбу. 25 то проще. Звезда там вообще ни к чему не сдалась. Тебе, блядь, дали дебаф, и ты хуяришь, блядь, похуй. Так в какого будем еще... играть? Зеленый. В красного? Тогда звездочки перестану на другую сторону. Второй, давайте убьем уже. Давайте только не... Нет, не флудим, мастеру не мешаем. Слушаем внимательно, что он говорит. Так, касочку дайте? Сдалась, блядь. Каску разбавлю. А, надо, короче, джипса поставить, регами закупиться. Ту-ру-ту-ту, и починиться заодно. Так-с.
Мерчи на пол. Диванами там закупились. Регами-то чё? Кстати, тут вам... А, по танкам. Каску дайте по ханту. По танкам. Вы тут вроде каждый... По 3 стака потом меняются танки, да? Какие 300? По 3 стака, какие 300? По 3... По какие 3-то, ёпта? Как рейд будет проседать, посмотрим. Да. Сначала доведи до этой фазы. Каску по ханту. Шредер, каску по ханту. Бля, Шредер, поставь себе аддон, ебать, он тебе пригодится, бля. А вот тебе без аддонов всегда нормально бафы, ничего, блядь. По ощущениям из гильдии, Шредер всегда дольше всех раздает бафы из паладинов. Багровый, Алис, все даю чё. Назвай меня Эвинар, пожалуйста. Нет. Да, я тебе, кстати, пару ников придумал, но ты уже сменила. Подруга. Может, потом обратно не Эвинар верну, а тот, который ты придумал. Что друга Войда делает? Эви Войд. Вот, нормально. РДДшники принесли Милизоны нахуй чуму. Подбегите Милизоне на ком чуму. Я подошел. Первого не замедляю. Жопа, боссу стоп. Отведи босса. Отводи его. Зеленого сыграем. Ничего, что мать делает вообще? Замедли зеленого, ёб твою. Первого не буду замедлять, потому что два вылится потом. Ага, вот нахуй вайп. Почти, на. Добили быстрее. Чума что делает? Ваншотить людей, если на ком-то, если он не может ее передать. Лужи допив... Все, остались в центр. А, к зеленому милики подбежали. Лужи под зеленым. Вырните. Идем за ханта, резай. Угу. Падаем. Стискали куклу. Ложимся нахуй. Диван дайте на кого-то. КД. Шредер, диван дай. Тут походу надо нахуй всех замедлять тебя. Надо всех замедлять. Видишь, ты не замедлил первого. Так, я предлагаю, чтобы поэрлил Войд первого зеленого. Это какая разница? Тебе надо было замедлить первого зеленого. Ты в прошлый раз замедлил и первого зеленого, и вторых двух, на. То чё, ну, в чем там проблема сейчас? Так, там лужи так упали. Сейчас вот, ну, не хватало бы допивки, чтобы двух замедлить сразу. Ну, походу, мульти все, блядь, сейвят. Переживают, чтоб я голду не тратил, которой так нет. Гурский, не достало, бро, я тебе резь. Рыбу ставлю. Все не, они конечно, такие противные, идея, короче. Идея у вас, блядь, конечно, пиздец. Вы такие идейные. Первого слизня говорит, не буду замедлять. Я ебу, блядь. Я импровизирую вообще. Ай, блядь. Я аж испугал. Если бы на втором, блядь, не Мосу выбрала, я бы хуй сбегался. Стоял бы, стрелял. Лимон, дай МП5, мне не надо это херати. Бегит. Вообще это не Эвинар, а Багровый. Багровый, да. Багровый. В смысле? Ёпка твоя мать. Зовите просто Алисана. Меня мама назвала Эвинар, так что это... Она тебя хотела назвать Федя вообще. Дайте бафы. Мам, я тебя хочу. Напиши дочь Вайда. Да. Фулл рыбав по ДК раздали, Арчин, на пул. Да, 21 век, нахуй. У кого два папы, у кого две мамы, сука, пиздец. А кто-то жрет, блядь. А печеньку. Дайте 300 баф. Хули. Давай бафай, блядь, думал нахуй на этом. Думал откосить, да. Нихуя не думал, вышло. Не умираю. Не умирая, блядь, сохранишь свою галдишку. Нихуя. А. Давайте на трое тишина.
Здрасте, Мартасти. Привет. Здрасте. Здрасте. Что вы делаете? Здесь ой, я так соскучилась. Да. У нас страйк. У нас страйк. Сори. Чекому в этот милизону перенесите, пожалуйста, мульти. Или мосок на комана. Мульти, а чё ты побежал? Сказали мульти, я пошел. Ушел. Отходи чуть-чуть. Отводи. Стоим, ждем. Сбежались в одну точку. Добиваем зерно. Все, добиваем профа, переводим. Лужи выпей под столом и там под зеленым. Все, стоим, ждем. Багровый побежал. Все по краске. Приказ долго. Сейчас сколы бы так же будет появляться, как и в обычке. Пельмени, два пельменя. Блять, словил. Да я бабу прожму. Рано. Зачем? Лужи пошли. Нормально. Пельмень. Сколы пошли. Вообще-то я тут один. Переключились все. Пельмень. Артру, Моса. Ой, повезло. Колда. Пельмень. С ним ждем. Переключились. Колбы. Алло. Красный сейчас будет. Лужа под зеленым. Какой изина? Или менее? Под зеленого милики. Служи вышли. Пророс, только не забудьте на зеленый сейчас. Все, боссы быстрее переводим. Пельмень. 3%. Допиваю. Я кукла будет еще. Геро.
Стрейка. Нет, нет, рекаста не будет. Все, босс. Нет. Хорош. Пушки. Колбы. Дайте ей нажимать. Пельмени, пельмени, пельмени. Гим, даю. Да не увидит, не увидит. Мультя, блядь, не увидит. Все, я видел, блядь. У него все было рассчитано. Не менее. Оставляй колбу рядом служить. И его уводи еще. На шипы, ставь, все хорошо. Блять, вот другу колбу не пьету. Пятый. Угу. Ух, сейчас пошло. Пельмень. Лужа. Колбу ставлю. Колбу в лужу ставлю сбоку. Шо надо? Колба. Блять, а чё мы? Вот и все, орган, отлично. На базу. Печенка говно. Да, три штуки. Ну, это неплохо, да. 20к уже, считай, с рейда. Нормально. Чё, орган нужен вам, не? Да мне тоже нужен, потому что там двое паролей или третий. Ну, похуй. А чё, на печенку? Тут чё, одна упала или чё? Я не... Да. Суки, блядь, и хули из-за вас поправили. Там сарафанга падает, два. Да. Пизду, ого. А кому? Лимон, обмен. Тебе не нужен там? Ну, мне, да так, я бы хотел потестить. Разве что скажем. Тестить? Ну, потестить. Тебе понравится, кстати. Он в бою постоянно на стаке. Я пойду с обычки отдал. Спасибо. Медвей. Души, линконит, души, души, души. Линконит три не свои. Слышишь? Линконит три не свои. У меня часы Мороза и этот, как его? Этот, блядь. Ну, линконит. Выведи их, выведи их, блядь. Не всех линконит можно. Почитайте. Смотри, на протопала бис 3, по моему мнению. Клык, эндры и жук. СВК. Прожим на ХП и прожим на магию. Вот, ключ тоже неплох. Вот, но там не знаю, как бы, а я пошел АФК, короче. Поэтому смотри, вот к этим треникам нужно стремиться. Ну, по идее, они их... Тебе что, орган нужен? Шейпер тут? Шейпер, сразу спрашиваю. 10 хами умеешь летать в порталах? Еще раз, чего? Вы мастер... Ну я хочу его потестить просто. Ну погоняй, классная штука. Во-первых, он броню тебе дает и постоянно в бою настакивает ХП. Ну не постоянно, если ты блочишь... Там 60%, да. У меня висит постоянно. Даже не все стаки будут. Угу. У меня в бою лагаю. Висят постоянно стаки. О, повисли все, сейчас ни у кого не будет. Откат, босс, труп, лута, нет. Все залагало или нет? Да, у всех. Меня выкинуло. Да всех выкинул. Вот как раз вам перекур, ёпта. Медвей, попробуй, тренинг классная. Брони много добавляет, и ХП. Да я вместо меча хочу его забахать. Или пока, знаешь, где не магические боссы, вместо часов. Часы очень, кстати, тоже помогают. Смотри, там срабатывает, когда ты... Поэтому она лучше всего работает на трэше. То есть, когда ты нагрел пачку трэша. Да, понятно дело. И лупишь его, и все. У тебя там орган настакивается за секунд 30. Тупо у тебя ХП растет вообще отлично. Так ты видишь, часы, они тоже хорошо. Почему у меня не до сих пор, блядь, они магический урон понижают? С Мороза, с Кара, с обычки.
Не, лутец хороший. А вы представляете, если бы тут еще баф был, блядь, с целка на 30%? Изейший. Тогда бы его б не резали бы, как сейчас. Апали. По-моему, и порезанный, и такой уже сложный. Че, кто кость забрал? Сейчас начинается самый сложный босс. Принцы. Лана. Сложный для хилов. Пускает. В смысле, а где шмот, который падал? Алло. Да ты что, откатила, что ли? У меня печенька пропала, но босса тут нет. Скрины никто не сделал, да?
Что они сделали? Скрины. Так вот видео снимает, не? А, ну вот, можете тогда тикет фигачить гейму. Ну, в принципе, ачивка осталась. А печенька нет. Ну, будешь без печеньки. Медвей тут, проверь, орган есть. Ничего, АФК. Блин, если орган катило, вообще будет грустно. А ты уверена, что ты забрала печенье? Да, но у меня в инвентаре было алло. Потому что меня откатило вниз, и я не возле босса, а внизу стоял. Около босса стою. Он, Невер тоже около босса стоит. А я стоял посередине. Да если орган откатило, это не проблема. Он бесполезный, он здесь криво работает. Чё это бесполезное? Орган бесполезная хрень на паладинах. Херушки вам. Мишку может быть нормально.